Камера, мотор. Поехали! Актеры готовы? Готовы. 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 Актеры. Молодец. Так. Дед Борисович сегодня в роли деда Мартына. Ну, Витек. Витек Борисович. Смотри. Ребят, сейчас супер интересный сюжет. Сейчас этот дед будет удивляться. Вообще вот этот дед будет удивляться. Ты представляешь? А наш Витек пришел к нему с новой игрой. Вот смотри, да? Видишь, вроде камень, да, обычный? Смотри! Даже раковина оконемевшая. Вот она, оконемевшая раковина. Угу. И она как будто в пасти акулы, ты знаешь, застряла в пасти акулы, блин. Или в тазобедренном суставе какого-то динозавра. Так это же камень, этот камень я видел у нас в музее, вот, вон там, в музее лежал. Под стеклом. Как ты, как он у тебя оказался? Этот же камень с этой раковиной. Нету в музее этого камня, никогда не было. Не можешь ты без воровства. Ты чё? Ну давай, ладно. Ты чё хоть... Ворованный камень. Ну давай дальше, говори. И тоже это тоже. Ребята, это вот актер, это вот. Какой актер? Это же все у нас лежало там под стеклом. В музее. Это только добавляет стоимость этих камней. Коробочка-то тоже, кстати. На помойке нашел. Да. Сюда, смотри дальше. Знаешь, вот кистеперую рыбу видел, да? Кистеперую рыбу. Латимерию видел в учебе, которую. Думали, что она умерла 100 миллионов лет назад, думали, ее поймали в Индийском океане, сволочи! Ты же знаешь, они в 38-м году поймали один экземпляр, сволочи эти, изучили латимерию с глубины 400 метров. Ну ты помнишь это или нет? Или помню, ты? Да! Вот! Из-за потепления. Она замерзла. Вот, это ее плавник, оконемевший, смотри. Лет, да. Оконемевший плавник, я тебе потом помою его, уж дать держи в кадре. Догони эти гады, знаешь, что они сделали? Они уже в 41-м или в 43-м году поехали в это же место и уже поймали, я в энциклопедии читал. Кто они-то? Вот эти ученые. Ни одну рыбу такую поймали. 70 штук выловили, идиоты. Там их, может быть, всего 80 было. Они берут 7 штук. Вот зачем 70 штук, бля? Для научных. А если бы их поймали сейчас за глотку 70 штук, бля? Знаешь, что делать? 70 штук, бля. На подарки надо же делиться. Да, 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 да. Вот, дальше. Смотри, что. Дальше, вот поэтому это не из музея-то я нашел, блин. Ну ладно. Смотри, вот это вообще страшный экземпляр, страшный. Вот. А вот, вот мы с тобой всегда, да, изучали это. Угу. Даже очки ничего не вижу, блин. Так это очки для слепых. Да, это этого, Джона. Вот смотри, мы всегда люди изучают НЛО, да, НЛО. Вот это что такое-то? Это просто желтая яшма там с этой зеленой прожилкой. Смотри, что здесь на этом камне. Серьезно очень, смотри, так. Смотрю. О! Да, держи, держи, сейчас. Сейчас тебе минеральной водичкой его сейчас помою, и ты увидишь что это. Ты видишь, две одинаковые, как будто бы две маленькие эти амбразуры, как будто командный отсек, вот командный люк. Видишь, одинаковые, кто их сделал эти? Две командные, как будто два маленьких иллюминатора командных. Ты знаешь, что как фигли? Да, и там в иллюминаторах даже космонавты. Маленькие люди есть, да, там космонавты, эти гуманоиды, инопланетяне, блин. Откуда вот на этом камне? А ты приглядись, у одного, это инопланетянина, у него шлем космический, написано СССР. СССР. Это еще с тех времен. Откуда вот два одинаковых, как будто, да, вот эти. Представляешь, вот НЛО, блин, ищут НЛО, блин. Один на Гагарина похож, другой под на Титова. Под ногами валяются, блин, понимаешь? Один на Гагарин, другой вот так на Титова, вот. Похож, да. Да. И шлемы СССР. Шлемы, если бы, это инопланетные гуманоиды. И даже телевизор там просматривается у вот них. Вот так вот. И по телевизору Леонид Ильич выступает. Офигеть просто, просто офигеть. Да, хорошие камни ты у нас забрал. Затырил, да. Надо голову включать просто. Так, а вот этого камня, сейчас ты еще, у тебя шок будет, шок и трепет будет. Подержи, пожалуйста, подержи уже камень. Был шок. Подержи, сейчас все будет шок. Еще шок. Один будет. Да, шок. Шок и трепет. Сейчас мы его польем минералочкой. Это... Так, 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 так. Все, обверни его. Все. А минералку где украл? Минералку. Тоже в магните. Из-под колонки воды налил, а бутылка, да, с помойки. Так, смотри. Ты знаешь, что это такое? Во-первых, смотри, вот это пята. Так. Значит, вот это острый край, который они уже... работали чем-то, вот это, дробилка. Да, топор древнего человека или... Ну да, 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 зубил. А здесь кожа тиранозавра, и они сделали, смотри,
Это или Южная Африка, это или Южная Африка, или Южная Америка, они сделали вот этот. Точно, представляешь, точно. Они нарисовали. Точно. Континент, блин, ты представляешь, что такое? Так вот, как Южная Америка. Да. А так СССР. Похоже. Советский Союз. Кольский полуостров. Так. Чукотка. А, только в немножко. Да. Чукотка, Кольский полуостров. Кавказ. Ну как это возможно? Ты видишь, отдирали они, отдирали. А здесь бугорки такие, как будто кожа. Или этого носорога. Видишь, поры от кожи. Угу. Нога не мягшая, конечно, все. Или это, кстати. И все это стало этим. А так голова быка. Меньше похоже, но особенно это на Южную Америку. Чудо-камень. На Южную Америку вообще похоже, да, вообще капец полный. Чудо-камень, да. Видишь, что делается, вот так вот. А так на Украину похож. Ой. Вот так. Без Крыма, правда. Все правильно. Все, это чудо-камень, все показывает. Это же... И тут, видишь, они одинаково, видишь, у них зазубринки. Делали, не делали, делали. Это же знаешь, что такое? Я сейчас тебе рассказал. Это кто-то откусил кусок камня. Они уже отдирали остатки мяса от этого, от кость. Они отдирали остатки мяса вот здесь. Уже все, они съели, уже вот надо было... Не-не-не, это... А вот здесь они потом сделали, решили... Рисунок континента. Это откусил. В древности был зеленый камнегрыз. Такое было это животное. Называлось. Так. Зеленый камнегрыз. Вот. И вот он это откусил. Грыз. Да. Зеленый камнегрыз. Вот он. Зеленый, блин. А черт. Неандерталец, блин. Елки-палки. Зелени было больше. Страшное дело. Начинаешь из... Вот этот камень, я думаю, ладно, возьму там в палисаднике под ирисы, положу домой, приходишь, начинаешь мыть. Континент. Ну вот. Отсюда вывод. Мыться надо чаще. Ребята, бля. Можешь и себя чем-то отмыть. Ребята, сейчас будет самое интересное. Сейчас мы будем играть в камни. Самая интересная игра сейчас будет. Кто с 10 метров попадет камнем в этого самого? В лоб. В кинооператора. Вот такая игра будет. Ха-ха!